Да, это единственное, что мы знаем точно. А об остальных бегающих, прыгающих, летающих и плавающих родственниках судить очень сложно. Главное, как я уже говорил, убедиться, что до наших дней дожили именно те животные, которые проявили способность изменяться, приспосабливаться к жизни в новых условиях. Оказался в степи, стал степным зверьком, хищным, но не крупным. Крупному в степи сложнее спрятаться, а значит, трудно охотиться. Или превратился в копытное животное, дикую лошадь, зебру, антилопу. Или в перепелку. Или в мышку, крота. Ага, а если живешь в горах, нужно уметь прыгать с камня на камень. При этом одному животному понадобятся сильные лапы, и острые когти, и клыки. А другому рога, чтобы защищаться. Вот именно. Смотри, дед, а этот уже покрыт шерстью. И похож на куницу. Оликогиф из группы цинодонтов, звероподобных. Сразу видно, этот выживет. И станет куницей? И белкой, и соболем. А может даже тюленем. А может он уже давно отделился от семьи тюленей? Плавники стали лапами, питаться стал растениями, а не рыбой. Или наоборот, лапы стали плавниками, сам он вернулся в море, а питаться научился рыбой. Да, так недолго запутаться. О динозаврах и без того немного известно. Ученые спорят о них до сих пор. А уж мы-то так сразу за один день точно не разберемся. Но пофантазировать можно. А давай просто попробуем угадывать. Вот, например, этот динозавр похож на... Ой, он тоже похож на павлина. Ты прав. Таких динозавров называют птиценогими. А этот на носорога? Стирокозавр. Опять трицератопс. Вполне может стать быком. А тут и фантазировать нечего. Как был крокодилом, так им и остался. Только побольше современных. А вот интересный случай. Птиценогий динозавр, а судя по морде, мог бы стать верблюдом. Ну да, у верблюда же на ногах тоже пальцы. Да, точно верблюд. Ну давай ничего не доказывать. Мы ведь только фантазируем. А это кто еще? Змея, что ли? Это плезиозавр. То, что мы видим, это только его шея. А для чего ему такая длинная шея? Ну, может быть, так удобнее подбираться к добыче. Его огромное тело рыба заметит сразу и успеет от него сбежать. А так, тело далеко, а маленькая головка на длинной змеиной шее незаметно дотянется до рыбки и... хватит! Ага, сидишь себе на дне, пузо почесываешь, а голова в это время охотится. А рыба думает, никакой опасности. Вон он, плезиозавр, сидит себе, отдыхает, и тут... Осталось только угадать, в кого он превратился. А может, и по сей день живет себе на огромной глубине, и никто его больше не встречает ни на берегу, ни на поверхности моря. А вот еще один родственник тигра. Дейноних. Динозавр с ужасными когтями. Может, тигр, а может и нет. Хищник, это точно. Полосатый.
это видно. И хвост есть, и зубы. Раз полосатый, значит, умеет приспосабливаться. Полосатая шкура помогает прятаться в траве. Ну, может быть, ты и прав. Пусть будет тигр. Послушай, а тебя не удивляет, что вокруг нас летают бабочки, жуки какие-то, осы, скачут кузнечики? А правда, как так? Они что, и тогда уже были? При динозаврах? Представь себе, были... Были гигантские стрекозы, мухи, комары, светлячки, были тараканы, жуки. Насекомые были, кажется, всегда. Летали, жужжали, ползали, прыгали. Их клевали будущие птицы, ими питались будущие грызуны. Давай просто посмотрим, как они выглядели. Если бы мы встретили здесь только насекомых, никогда бы не подумали, что это времена динозавров, как на обыкновенной лужайке. Ну, не совсем так. Растения ведь тоже отличаются от сегодняшних. Известно даже, что некоторые виды растений исчезли, а следом вымерли животные, которые именно ими питались. Не уберегли какую-то травку, а потеряли целый вид динозавров и, может быть, десятки видов их потомков. Вот как важно сохранять эту цепочку. Дедушка, а почему никто из них не похож на человека? Вы что, не были динозаврами? Вот на этот вопрос я ответить не могу. И уверен, что никто в мире не может. Кажется, что человек появился на Земле как-то сразу. Человек – это самая большая загадка истории. Некоторые ученые считали, что он произошел от обезьяны, которая постепенно слезла с деревьев, потом стала ходить на задних лапах, а передними срывать плоды с деревьев, выкапывать коренья из земли. Но другие ученые утверждают, что тогда бы не осталось обезьян. Они бы и по сей день продолжали превращаться в людей. Слез с дерева, выпрямился, научился ходить на задних лапах и пошел гулять по лесу. Никто не смог найти никаких следов животных, которые могли бы быть предками человека. Остается только одно. Верить, что человека создал Бог. Он вылепил человека из глины и вдохнул в него душу. В это верили люди и народы, живущие на разных континентах. Верили с незапамятных времен. Правда, кто-то считает, что человек прилетел на Землю с других планет, из космоса. Проснись. Я что-то задумался. Ты даже уснул. И, кажется, прослушал. Так ты считаешь, что все-таки из космоса? Я? Не знаю, не знаю. Лично я все-таки думаю, что...
Ну ладно, не важно, что я думаю. Решай для себя сам. И не спеши. Пройдут годы, ты прочитаешь много книг, станешь умнее и мудрее. И тогда, может быть, сам ответишь себе на этот вопрос. Договорились? Угу, договорились. Темнеет. Пора домой. Жаль. Да-да, пора домой, пора. Дедушка, ты их видел? Видел, конечно. Странные какие-то, двуногие. А куда они делись? Только что были, и вдруг раз, и нету. Вымерли, наверное. Видишь, а я что тебе говорил? Не сумели приспособиться к новым условиям. Ну ладно, пошли. Самое время для охоты. Поищем другую добычу. Алло? Привет! Ты уже дома? А я все звонил, никто не подходил к телефону. Я уже начал беспокоиться. Да нет, все нормально. Мы тут с дедушкой выходили погулять. Может, зайдешь? Нет, спасибо. Никак не могу. Ко мне тут родня приехала. Вот сидим, вспоминаем прошлое.